Привет, друзья! Вы на канале «Давай в Дубай» и с вами Александр Родионов. Что меня всегда поражало в Дубае, так это его амбиции. Самое высокое здание в мире. Самый большой насыпной искусственный остров в виде пальмы в мире. Самый большой торговый центр Дубай Молл. И это не полный перечень мировых рекордов, которые принадлежат всего одному городу. Кто-то скажет, ну понятно, у арабов есть нефть и куча денег, но скорее всего будет неправ, потому что если мы посмотрим на структуру ВВП того же самого Дубая, то увидим, что нефть занимает всего 3% от общего объема выручки, который получает город. За счет чего тогда Дубаю удается так быстро развиваться и занимать лидирующие позиции в мире? На мой взгляд, за счет четких планов и воли к их реализации. И вот в этом видео, которое я считаю очень важным для себя, я хочу поделиться с вами планом развития Дубая до 2040 года. По сути, это сокровенный документ для города, для правительства Дубая, который, разумеется, переведен пока только на английский язык. Но у меня есть возможность сегодня преподнести его на русском языке, чтобы вы могли оценить масштаб, колоссальный масштаб уже проделанной работы и предстоящей работы. Так что, если вы к Дубаю относитесь так же серьезно, как к нему отношусь я, то это видео будет однозначно интересным для вас, поэтому усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Друзья, все больше и больше вас на моем канале, и это не может не радовать. Я стараюсь для вас подбирать только самый интересный контент, а вы реагируете лайками, комментариями. И, конечно же, если вы еще не подписаны на мой канал по каким-то причинам, то обязательно подпишитесь, потому что этот выпуск и последующие выпуски будут очень важными, и такого контента навряд ли вы найдете на всех просторах русскоязычного YouTube. Кроме того, тысячному подписчику я приготовил ценный приз от себя, поэтому, возможно, им будете уже вы. Всего-то осталось-то меньше 150 подписчиков набрать, и мы будем праздновать с вами круглую цифру. Так что подписывайтесь, пришлите канал своим друзьям, если еще не сделали, и смотрите этот интересный выпуск. Если бы меня кто-то попросил сформулировать одной фразой план развития Дубая до 2040 года, то лучшие фразы «впереди планеты всей» я бы навряд ли смог бы подобрать. Потому что действительно город уже и так много добился и на мировой арене, и действительно есть чем гордиться. Но то, что правительство Дубая задумало до 2040 года, честно, пока у меня даже в голове не укладывается, возможно ли это все реализовать. И поэтому, прежде чем делиться с вами грандиозными проектами Дубая до 2040 года, я решил совершить небольшую экскурсию во времени и вернуться в далекий 1960 год, когда, собственно говоря, все начиналось. Зачем мне это нужно? Чтобы продемонстрировать вам, что все, что было когда-то положено на бумагу в виде планов развития города, все систематично сбывалось. И это, друзья, просто потрясающе, когда ты понимаешь, что есть люди, которые мечтают в какой-то степени, которые ставят себе планы на уровне государства, превышающие возможности на тот момент, и потом имеют волю добиться и реализовать эти планы. Поэтому сейчас мы уже живем в очень интересном городе. А то, что будет в 2040 году, оно, я уверен, будет реализовано, поставит Дубай, ну, если не на первое место, но точно в тройку лидеров на всей планете Земля. Я в этом почему-то даже не сомневаюсь. Информации очень много, поэтому я вынужден был разделить этот большой выпуск на две части. И сейчас мы начнем с вами с того, что совершим небольшую экскурсию во времени, путешествие. И я вам покажу, с чего Дубай начинал и к чему пришел
сейчас. А во второй части я уже вам покажу то, что будет ждать Дубай в 2040 году. Так что внимательно посмотрите на экран, вы сейчас удивитесь, с чего все начиналось. А начиналось все с далекого 1960 года, когда Эмираты, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Рассельхайма, которые были разрозненными Эмиратами, решили объединиться и вышли из протектората Великобритании. Напомню, что Дубай очень долгое время был в зоне влияния Великобритании, поэтому здесь даже большинство законов остаются английские. И вышли из-под влияния Великобритании и, еще одно важное событие, нашли нефть. К слову сказать, в Дубае нефти очень мало, скажем так, немного по сравнению с Абу-Даби. Вообще, нефть есть в Абу-Даби, есть в Дубае и есть в Шардже. Вот в Абу-Даби ее очень много, там прям действительно огромные залежи. У них еще останутся для потомков запасы нефти, а вот в Дубае ее было мало, а в Шардже, в Третьем Эмирате, ее практически вообще не было. Ну так вот, уже тогда правительство Дубая осознала, что зависеть от нефти целиком и полностью – это пагубно, и что нужно искать альтернативы, другие источники заработка для правительства, для граждан. И чтобы общество процветало, даже когда запасы нефти закончатся, нужно уже сейчас предпринимать заблаговременно определенные шаги по диверсификации экономики. И вот тогда был принят первый план развития Дубая от 1960 года. Немного забегая вперед, скажу, что план развития Дубая 2040 года уже 7-й по счету. А значит, предыдущие 6 планов были успешно реализованы. Но давайте вернемся обратно в 1960 год, когда население всего Дубая составляло, внимание, 40 тысяч человек. 40 тысяч человек – это население меньше города подмосковного типа Каширы или Одинцова или Подольска. Это вообще какой-то просто мизер. А площадь всего Дубая составляла 3 квадратных километра. Для понимания, насыпной искусственный остров Пальм-Джумейра, известный нам как Пальма, обладает площадью 5 квадратных километров. То есть, представляете, вся Пальма была больше, чем Дубай в 1960 году. Вот отправная точка Дубая. И вот тогда начинается очень важная стройка, и строятся 2 очень важных стратегических объекта. Первый объект – это аэропорт DXB, Dubai International Airport, первый аэропорт Дубая, и второе – это порт Рашид. Уже тогда Дубай делает ставку на 2 основных направления. Это торговля, логистика и туризм. Именно поэтому крайне важно было открыть свой аэропорт и крайне важно было открыть порт, который до сих пор является важным логистическим узлом города Дубай. Строится еще ряд транспортных развязок и вообще город начинает активно расти в 1960 году. А уже через 11 лет, в 1971 году, принимается второй план. Но, внимание, население города Дубая уже составляет 80 тысяч человек. За 11 лет население города увеличилось ровно в 2 раза. Но еще большего удивления заслуживает рост площади города, потому что за 11 лет площадь Дубая увеличивается с 3 километров до 87. До 87 километров. Город становится, реально уже большим городом.
что интересного и важного происходит в Дубае за это время? Ну, во-первых, открывается второй порт Джебель-Али, который со временем становится еще больше и важнее даже, чем порт Рашид. Второе, открывается дорога, запускается дорога, которая становится, ну, по сути, самой важной магистралью во всех Арабских Эмиратах, не только в Дубае. Это Шейх Заид Роад. Самая известная, самая, не знаю, знаменитая дорога, которая связывает Дубай и Абу-Даби, два самых важных Эмирата. Абу-Даби – это столица Арабских Эмиратов. По прямой. Сейчас эта дорога 7 полос в одну сторону, 7 полос в другую сторону, которые никогда не спит. Ну и тоже одно, может быть, небольшое, но очень важное событие для Дубая, а именно построена первая высотка. Это тогда еще нельзя было назвать небоскребом, но тем не менее это высокое здание Рашид Тауэр, с которого началось высотное строительство Дубая. Как мы знаем, Дубай, особенно даунтаун, район Марина, это районы небоскребов, и Дубай пока удерживает пальму первенства среди других стран, городов мира, как самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа. Но вот все начиналось в далеком 70-м году со скромного здания Рашид Тауэр. Уже в этом моменте кто-то из моих подписчиков, возможно, подумает: Александр, зачем ты нам все это рассказываешь? У тебя канал о недвижимости. Давай рассказывай нам про квадратные метры, про предложения от застройщиков, а не вот эту вот всю историю. У тебя не исторический канал. На что я скажу? Друзья, ну, во-первых, среди моих подписчиков думающие люди. И вы прекрасно понимаете, что если вы знаете, как развивается город и как он развивался до вас, до вашего появления, то ваша покупка недвижимости в Дубае будет не покупкой слепого котенка, а уже обдуманным решением. И вы, в принципе, сможете принять это решение даже без прямого обращения ко мне или к другому эксперту в этой области. Просто обладая ценной информацией, как город развивался и как город будет развиваться в будущем, вы сможете правильно войти в этот рынок, вложить свои деньги с максимальной выгодой для себя. Поэтому, друзья, ну, не буду даже больше останавливаться на этом вопросе. Вот мысль пришла, ответил на возражение, зачем вам слушать про развитие Дубая. Послушайте обязательно, и особенно послушайте вторую часть, что Дубай будет ждать в будущем. А мы уже с вами на третьем плане, и третий план был принят в 1985 году, и тогда население Дубая уже составляло 370 тысяч человек. То есть вы видите, что население начинает расти уже просто колоссальными темпами. По сути, за 14 лет оно выросло в 4 раза, даже больше, чем в 4 раза. А площадь города составляла уже 178 тысяч квадратных километров. И вы видите, что увеличилось оно практически в 4 раза. И это, конечно, уже действительно серьезный результат за такой короткий период времени. Какие основные события произошли за этот период и какие основные достижения были у Дубая в это время? Первое, конечно, это открытие фризоны, первые тогда фризоны в районе порта Джебель-Али. К слову сказать, сейчас в Дубае, мне кажется, более 7, может быть, около 10 даже фризон. И это безналоговые территории, направленные на различные виды бизнеса, может быть, IT, может быть, торговля, вот складская какая-то, медицинская, я знаю точно, дизайнерская есть фризона, то есть разные фризоны, и там можно быть резидентом и не платить налоги. Это очень сильно стимулирует развитие бизнеса в Дубае. А тогда это была первая фризона Джебель-Али, потому что Дубай понимает, что надо очень сильно развивать торговлю, нужно привлекать инвестиции, в том числе за счет выгодного географического расположения. Мы знаем, что Дубай находится недалеко и от Индии, и от Африки, и даже от Индонезии, от Китая. И поэтому, конечно же, в порт Джебель-Али
устремились транспортные серьезные компании логистические, и вот Дубай принял решение стратегическое создать максимально выгодные условия. Но, наверное, второе и более даже, наверное, яркое событие в этом периоде является открытие, запуск тех самых Emirates Airlines. Гордость Дубая, гордость всех Эмиратов и компания, авиакомпания, к слову, которая входит также в книгу рекордов Гиннесса по числу пассажирских бортов в рамках одной авиакомпании. Сейчас это, конечно, очень яркая, известная компания, одна из самых роскошных и безопасных, что самое интересное, авиакомпаний. Но тогда все начиналось достаточно скромно, за закупки нескольких самолетов. Но опять же, вот потом читал про Emirates Airlines, хочу с вами поделиться. Дубай изначально сделал ставку на авиакомпанию, потому что они поняли, что для них авиакомпания – это прежде всего прямой маркетинг Дубая. Создавая имидж авиакомпании, показывая на рейсах промо-ролики Дубая, Бурдж-Халифы, тогда, когда она появилась, там пальмы, они продают эмоции, они продают неосязаемые. И за счет того, что авиакомпания способствовала развитию популярности Дубая, мы видим те самые туристические потоки, которые есть сейчас, и мы видим, что Дубай стабильно входит в перечень самых посещаемых городов мира. Насколько мне известно, в 23-м году или 22-м году Дубай даже перегнал Лас-Вегас по количеству туристов. А мы давайте перейдем к четвертому плану развития Дубая. Это был уже 1995 год. И надо отметить, что город продолжает расти колоссальными темпами. Население города уже составляет 674 800 человек. То есть увеличилось в два раза за 10 лет. А площадь, территория города Дубая уже составляет 450 квадратных километров. То есть, по сути, утроилась площадь самого города. За этот период происходит несколько важных событий также для города. В частности, открыта та самая пальма, насыпной искусственный остров Пальм-Джумейра. И он начинает постепенно осваиваться, там начинает строительство различных отелей. И в частности строится отель Бурдж-Аль-Араб. Он, конечно, не на пальме, но это визитная карточка Дубая. Тот самый семизвездочный отель Парус, который моментально выпадает во все туристические каталоги и становится обязательным для фотографирования местом, фотоспотом для всех туристов со всего мира. В этот же период, кстати, запускаются два важных района для Дубая. Дубай Интернет-Сити и Медиа-Сити. И таким образом Дубай берет курс на диджитализацию, на привлечение IT-компаний. И мы видим, что сейчас в этих районах представлены штаб-квартиры практически всех крупных американских, европейских компаний в области IT. Ну что ж, а у нас на дворе 2008 год, и принимается пятый по счету план развития Дубая. И здесь барабанная дробь. Дубай становится городом-миллионником. Население опять вырастает в два раза, и общая численность, подтвержденная численность населения города составляет уже 1,5 миллиона человек. Площадь города также переваливает за значимую цифру 1000 квадратных километров, 1035, если быть точнее. Это уже становится огромным городом, по сути. И Дубай продолжает двигаться, разрастаться во всех направлениях семимильными шагами. Вот здесь происходит важное событие для Дубая, а именно в 2010 году наконец-то запускают, открывают торжественно самое высокое здание в мире, ту самую Бурдж-Халифу, конечно, которая становится символом Дубая моментально. Еще немаловажно то, что в Дубае в этот период открывается второй аэропорт, аэропорт Аль-Мактум.
который, к слову сказать, уже прозвучал в одном из моих выпусков, потому что этому аэропорту Дубай придает стратегическое значение, планирует в него инвестировать огромные деньги. Сейчас он выглядит немножко безлюдно, ну, прям скажем честно, но вообще из этого аэропорта, как и из порта Джебель-Али, планируют сделать самый большой транспортный авиационный хаб не только в Дубае, но и во всем арабском мире. Немаловажное событие также для этого периода – это открытие метро Дубая, которое, к слову, входит также в книгу рекордов Гиннесса как самое протяженное метро, которое не управляется машинистами, а управляется автоматически. Тоже очень интересно. Если будете в Дубае, обязательно прокатитесь на метро. Это местная достопримечательность здесь. Самое, вот, что мне показалось интересное с шестым планом, то, что он был принят уже всего через 4 года с момента принятия пятого плана, то есть в 2012 году. Посмотрите, как ускоряется динамика развития города. Если раньше правительство закладывало по 10, иногда даже по 15 лет для достижения своих целей, то здесь уже 4 года и такой мощный скачок. Население города Дубай за 4 года прирастает на больше, чем на 400 тысяч человек, и уже составляет 1,9 миллионов человек в 2012 году. И площадь города также увеличивается существенно на 300 квадратных километров, и уже составляет 1300 квадратных километров. Среди событий этого периода и достижений Дубая я бы выделил бы основные два. Первое – это был прорыт искусственный канал. Вы просто вот вдумайтесь в сложность этой инженерной задачи. Я уже не говорю про то, что сколько это стоило, но тем не менее. Был прорыт искусственный судоходный канал, который берет свое начало в районе пляжа Джумейра, проходит через весь бизнес-бэй, заходит в Крик-Харбор. Вы можете посмотреть на карте, я вам, в принципе, даже покажу. И возвращается обратно в Персидский залив в районе того самого порта Рашид. Это колоссальная работа, колоссальное достижение инженерной мысли, и оно было реализовано вот в этот достаточно короткий период времени. И, пожалуй, второе по значимости событие этого периода – это проведение Экспо 2020. Несмотря на ковид, несмотря на то, что на этот период еще пришелся ковид, и были, конечно же, ограничения, и, конечно же, экономика Дубая отчасти тоже от этого пострадала. Но Дубай, кстати, первым восстановился, первым открыл границы. Вы помните, многие даже прилетали именно в Дубай, когда еще другие страны были закрыты. И вот они же провели Экспо 2020, провели очень успешно. И этот район сейчас получает второе рождение. Ну что, друзья, теперь мы подошли к самому интересному. Это план развития Дубая до 2040 года. К слову сказать, пока я записывал этот выпуск, мне пришла в голову мысль, вопрос, а почему опять Дубай закладывает такой значительный срок на реализацию планов? Но когда я понимаю, какие задачи будут реализованы, я, в принципе, осознаю, что на их реализацию потребуется время. Возможно, кстати, план будут еще дробить. Мы увидим, может быть, до 30-го года какие-то уже результаты, первые подведения итогов. Но, в принципе, даже если все будет реализовано до 40-го года, то это будет просто вау, пушка, я не знаю, номер один. И это однозначно выведет Дубай в города-лидеры всей планеты. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео, и в следующем выпуске, в следующей части я вам уже расскажу исключительно про те проекты, которые ждут нас в будущем в Дубае. И мы с вами будем свидетелями этого прекрасного, я считаю, будущего.
Так что, если вы в Дубае, то помните, да, написать «попьем кофейку», надолго не прощаемся, увидимся в следующем обзоре. До встречи, пока!